Это Владимир Потанин. Самый богатый человек России и 97-й в мировом списке Forbes. Согласно досье на олигарха, за время войны Путина против Украины активы Потанина упали с 23 миллиардов долларов до 17. Но сегодня риторика и позиция кремлевского кошелька дает сбой. Потанин закидывает удочки критики в адрес российских элит. Потанин осудил планы конфискации имущества уехавших россиян. Потанин призвал не гнать и не дискриминировать уехавших из России. Прививка от конфискации. За сбежавших из России вступился долларовый миллиардер Потанин. Заявление такого рода – прямая критика последних инициатив Государственной Думы, где обещают в скором времени отбирать имущество у тех, кто покинул страну и публично выступает против войны. Конфискация является скрытой формой или явной формой воровства, поэтому это разрушает институционный климат той юрисдикции, в которой это происходит. Выход в свет Потанина с такими заявлениями – событие неординарное. Ведь он не осуждал войну и не критикует Путина. Потанин – человек не глупый, прошел сквозь лихие 90-е, сумел удержать свою олигархическую империю в нулевые 10-е годы, сумел встроиться. И, конечно, он понимает, к чему эти инициативы в конечном счете могут привести. Но сейчас богатейший человек России шлет четкие сообщения властям от имени олигархата, вспоминая красный переворот и революцию. Мы свою прививку уже получили в 1917 году, и все помнят, к чему это привело. Разбираемся и ищем контекст. Зачем богатейший человек Федерации критикует власть, вспоминая, как 100 лет назад в России скидали царя? Когда Потанин говорит о нежелательности конфискации активов простых россиян, он в первую очередь говорит о себе. Когда этот маховик начинает раскручиваться, да, маховик, связанный с нарушением конституционных прав, нарушением, скажем так, права собственности как базового права в нынешнем современном обществе, Потанин понимает, что рано или поздно придут и к его активам, доберутся и до них. И сегодня крупные кошельки начинают всерьез готовиться, что завтра с неожиданным визитом могут прийти и к ним. Если раньше, условно говоря, близкие к Путину силовики, олигархи и так далее раньше мерились размером яхт, то сейчас они меряются размерами ЧВК. Этих ЧВК в России уже больше 20. Ведь российские власти уже давно и четко посылают сигналы, что все ресурсы страны должны передаваться исключительно на путинскую войну. Когда существуют альтернативные государственным органам вооруженные группировки, которые находятся вне закона, совершенно очевидно, что это оружие может быть направлено в том числе против тех, кто имеет какое-то имущество и кому есть что терять. И при таком раскладе система не предлагает олигархату опцию не принять правила игры. В нынешних условиях таким людям, как Потанин, бежать уже некуда. Запад для них закрыт. И он прекрасно понимает, что, находясь заложником ситуации внутри России, у него вполне может не хватить сил на то, чтобы отстоять свое имущество в случае, если эта история с конфискациями выплеснется за тот круг врагов народа, который сейчас пока очерчен в заявлениях Володина или там, других российских политиков. Поэтому сегодня большие кошельки России готовятся к новому витку перераспределения потоков и ресурсов. Вываливая эту проблему из-под ковра наружу, он тем самым пытается хеджировать свои риски. Хотя, думаю, внутри он прекрасно понимает, что для российской власти он никто и звать его никак. В случае, если будет принято политическое решение, он в один день из короля превратится в нищего, а возможно и в заключенного, как это произошло, например, с Ходорковским 20 лет назад. Но готовы ли вчерашние российские списочники мирового Форбса потерять все свои активы? Это ключевой вопрос. И что они будут делать, чтобы сохранить свой статус? Прежние договоренности, прежний договор
между власть имущими и крупным капиталом утрачивает свою силу. В силу изменения ситуации, прежде всего. А новые правила еще не прописаны. И вот как раз Потанин, я думаю, не только от своего имени, а от имени своих собратьев по олигархическому цеху, как раз и озвучивает эти опасения. Именно поэтому появление Потанина с мягкой критикой российского режима в публичной плоскости может быть не случайным. Наоборот, это только начало грядущей войны Кремля с олигархатом, где главной интригой является имя победителя.